Сегодня Михаил Игнатьев встретился с генеральным консулом Венгрии Ференцем Контрам. Зарубежные гости приехали в республику с деловыми предложениями. Подробности в следующем материале. Генеральное консульство Венгрии в Казани открылось только этой весной. Сейчас здесь делают ставку на развитие культурных и экономических связей с субъектами Приволжского федерального округа. Консул Ференц Контра отметил, что для его страны Чувашия стратегический партнер. Вы близки к нам, вы близки в двусторонних отношениях в политическом плане, в культурном. Поэтому мы выбрали вас, чтобы представиться, показать вам, что мы здесь, что мы готовы к расширению сотрудничества, что наша задача будет, помимо выдачи виз, расширить торговые и экономические отношения, культурные связи. Мы уверены, что с нашим пребыванием эти контакты становятся более интенсивными. Не исключено, что венгерские партнеры откроют в республике новое производство. Присматриваются зарубежные гости к разработкам в области электротехники. Сейчас Чувашия активно поставляет в Венгрию сельскохозяйственную и химическую продукцию. И полагаю, несмотря на предъявленные санкции, определенные эти связи у нас будут улучшаться. По линии гуманитарной сферы на сегодняшний день, как бы это и образование, и здравоохранение, по культуре, это более-менее так работа была поставлена, но и по туризму. По сути дела, сегодня безвизовый въезд на территорию Российской Федерации по водному туризму. Внешнеторговый оборот между Чувашией и Венгрией только в прошлом году превысил 1 миллион долларов. В перспективе эта сумма может вырасти, уверены партнеры. Дмитрий Ковалев, Мария Шоклева, Сергей Рябчиков, Республика.